области позвоночника, в области шеи особенно. Это может быть какие-то заболевания и вообще что с этим делать? Добрый день. Вы знаете, это, в общем-то, не является проявлением никакой патологии, никакого заболевания. У многих людей, если они поворачивают голову в разные стороны, хрустит позвоночник. Это перекат связок, и ни о чем плохом это не говорит, если у девочки параллельно с этим нет головных болей, головокружений, боли резкой при вот таких поворотах головы. Это тогда вообще не говорит ни о чем, ни плохом, ни хорошем. То есть можете по этому поводу не переживать. Сейчас, одну минуточку. Сделай громче, пожалуйста. Еще раз повторите, пожалуйста. Я говорю, как-то страшно не обращать внимания. Нет, дело в том, что если вы поговорите с людьми, то вы узнаете, что у многих довольно хрустит позвоночник. Это говорит о слабости мышц, о слабости связок. То есть, в принципе, как бы в такой ситуации, если, не дай бог, не про нас будет сказано, девочка попадает в какую-то аварию, катастрофу, то у нее скорее, чем у кого-то другого, могут возникнуть проблемы с шейным отделом позвоночника. Но бить тревогу, делать рентген, идти к специалистам по этому поводу пока не нужно. Очень полезно делать гимнастику на укрепление мышц шейного отдела позвоночника. Я попробую вам объяснить, как ее делать. Я думаю, вы меня поймете. Нужно стать спиной к стене и между затылком и стеной поставить резиновый мячик. Надувной лишь, лучше мячик, потому что шарик может лопнуть. И стоя с фиксированной спиной, головой пытаться придавить этот мячик к стене. Можно аналогичную гимнастику делать, если взять широкую эластичную резиновую ленту, протянуть ее за позвоночником, за затылком и держать руками, и тоже отклонять, пытаясь растянуть эту ленту голову назад. Это укрепляет мышцы шейного отдела по задней поверхности и, в общем-то, уменьшит вот эти явления хруста. Но, еще раз повторяю, ничего страшного в этом нет. А сколько эту гимнастику в день надо делать? Каждый день? В принципе, конечно, как любую гимнастику, желательно делать каждый день. Хотя бы 5-7 минут этого вполне достаточно. Даже можно, я приведу себя в пример, я когда еду в машине, я просто, когда стою в пробке, я головой затылком давлю на подголовник. То есть это очень простая гимнастика, которую можно делать в любых условиях. И, безусловно, при любой проблеме позвоночника, это не зависит от того, шейный, это грудной, поясничный, мы всегда рекомендуем плавание и контроль за осанкой. А эффект от этой гимнастики когда может наступить? Там через год, через... Понимаете как? Хруст этот, он может продолжать оставаться у девочки, но у нее будут укрепляться мышцы, и этот хруст не может ей тогда принести никаких проблем. Это слабость мышц, слабость связок межпозвонковых. То есть само по себе этот хруст не опасен. Я же повторяю, если у девочки нет никаких других проявлений, головокружения, головных болей, вообще об этом можете забыть и не переживать. Но как профилактика, укреплять такой гимнастикой мышцы шейного отдела позвоночника. Спасибо большое. Пожалуйста. То есть нужно укреплять корсет мышечный корсет? Да, нужно укреплять мышечный корсет, чтобы он держал, в принципе, хорошая осанка залог здоровья. На себе прочувствовала в последнее время. И это, вы знаете, это очень большая проблема. И даже если такой вопрос не зададут, то я вам могу сразу сказать, что желательно было бы это как-то отобразить, что у нас дети сейчас с очень ограниченной физической нагрузкой. Это проблема, причем это проблема именно нашего общества. Потому что за границей это уже ушло в прошлое. У них в каждой школе есть бассейн. Они все, у них наоборот, они ушли уже от фетиша вот этих гаджетов, и они пришли к фетишу здоровой жизни. И они пытаются укрепить себя любыми путями. Дети занимаются там баскетболом, волейболом, плаванием, бегают, прыгают, ездят на велосипедах, на роликах, что угодно. У нас же, если вот вы пройдетесь по городу, вы редко увидите ребенка, который просто тупо занимается каким-то видом спорта для себя. У нас убрали все спортивные площадки со дворов. У нас все спортивные секции платные. Я понимаю, мы это не изменим. Но уже сейчас у нас такая жизнь. Хотя бы, чтобы это было хоть как-то доступно. И пропаганда вот этого. Родители же очень часто стараются освободить ребенка от рук физкультуры. Ой, вы знаете, у него плоскостопие, можно освобождение от физкультуры. Послушайте. Да еще хуже будет. Есть у нас звонок. Добрый день.
день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Лена. У меня такой вопрос. Бывает во сне дёрну ногой и очень больно хватает с утра. Вот из-за чего это может быть? Ну, это вопрос немножко не по детской ортопедии, но я вам сразу скажу. Это может быть связано с несколькими факторами. Это зависит от вашего возраста. Чаще всего это или нарушение кровоснабжения, то есть какая-то патология глубоких вен голени. И очень часто это может быть как нехватка кальция, магния, цинка, марганца. В зависимости от вашего возраста уже можно дать и более такую точную рекомендацию. Но, как правило, это два таких момента. Это нарушение циркуляции в мышцах голени, то есть мышцам не хватает кислорода, они просто начинают спазмироваться. И второе, что тоже очень часто бывает, это недостаточность кальция, магния и других микроэлементов. Путь борьбы очень простой. Сейчас во всем мире это является как бы таким определяющим моментом. Женщины особенно, все практически пьют препараты кальция и витамина D. Они есть в аптеках, только единственная просьба не покупать никакие пищевые добавки у дистрибьютора. В аптеках у нас достаточно доступных препаратов кальция и витамина D. Кальцимин, кальций Д3-никомет, кальций Витрум, кальцит. То есть на ваш вкус, на ваш кошелек вы можете попить вот препараты кальция. Если же у вас возраст уже старше 55, то я бы порекомендовала еще и препараты калия, то есть панангин, аспикарт, кардиоаспирин, вот такие вот с улучшением микроциркуляции. Спасибо вам большое. Я читала, что препараты кальция нельзя принимать долго, потому как появляются камни в почках и так далее. Нет. Дело в том, что камни в почках появляются от других соединений кальция. Те соединения кальция, которые откладываются в почках, это другой кальций. Тот кальций, который кальций цитрат, кальций карбонат, который есть в препаратах кальция, он наоборот является профилактикой образования камней в почках. И американцы провели очень интересное, очень такое многоцентровое исследование, в котором показали, что на очень большом, они же любят статистику, на очень большом количестве наблюдений, что люди, которые принимают препараты кальция, значительно реже страдают нефрокальцинозом, чем те, которые его не принимают. Другой вопрос, какой кальций? У нас там любят толочь яичную скорлупу, но если туда добавляют лимонный сок, это еще нормально. Если просто так, то это, конечно, уже привести к нежелательному эффекту. То есть кальций, который продается в аптеках, можно купить и пропить для профилактики? Да, пропить. Обычно мы рекомендуем так. Если у человека подвижный образ жизни, то 3 месяца попил, пару месяцев перерыв, 5-3 месяца попил, 5 пару месяцев перерыв, циклами. Если у человека мало подвижного образ жизни, или если это женщина после 50 и мужчина после 60, то им пожизненно таблетка кальция, на 2 таблетки кальция в день обязательно показана. Конечно, если у человека уже есть камни в почках, то эта доза делится пополам. Там обычно пишется 2 таблетки в день, мы рекомендуем 1 таблетку в день. И жидкости побольше. Есть звонок у нас. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Анастасия. Я бы хотела задать вопрос про Валю Антонову. Да, спрашивайте. Знаете, я хочу поинтересоваться, бывают ли такие виды спорта, например, футбол, из-за которых у взрослого человека деформируются суставы, походка меняется? Что нужно делать? Может быть, нужно добавить какой-то другой спорт, чтобы компенсировать? Понятно. Но дело в том, что любой спорт, если он идет как в плане оздоровления, он полезен и для суставов, и для мышц. Но опять-таки в каждом конкретном случае решается индивидуально. Например, если мы консультируем детей и подростков, мы иногда им говорим о том, что вот этим деткам нежелательно силовые виды спорта, такие как тяжелая атлетика, тот же футбол, гандбол. А есть виды спорта, это два вида спорта, которые практически не имеют противопоказаний. Это плавание и велосипед. Ну, есть еще третий вид спорта, который очень полезен, но это уже экзотика, это верховая езда. Недаром все аристократы так любили ездить на лошадях. Это очень укрепляет позвоночник, но это дорогой вид спорта, и не всем доступный. А вот плавание и велосипед – это абсолютно всем доступные виды спорта. Очень полезен бег трусцой. Опять-таки, в каждом конкретном случае, если человек занимается футболом, он чувствует, что у него начинают болеть суставы, значит, он должен снизить нагрузки и уйти от этого вида спорта, если боль в суставах продолжается. А если есть какая-то врожденная склонность, например, к искривлению ног, футбол, может еще больше искривить? Нет. Врожденная склонность
сказать, искривление ног – это не диагноз, такого не бывает. Искривление конечностей бывает у детей до завершения роста. И если у человека завершил свой рост, то уже в более старшем возрасте вот эти деформации, которые возникают из кривления ног, они, как правило, ну, круглые ноги становятся, будем так говорить, U-образные, по латыни это варусная деформация, они становятся как бы немножко такие, как у кавалериста. То это уже результат заболевания и патологии межсуставного хряща коленных суставов. Это уже преартроз, когда в более старшем возрасте усиливается вот эта кривизна ног. Это не результат какой-то предрасположенности, это явление артроза. И вот в таких случаях, конечно, нужно уходить от всех видов спорта, которые дают нагрузки на нижние конечности. Мы в таких случаях рекомендуем щадящий режим, массаж мышц нижней конечности и опять плавание, плавание, плавание. В этом виде спорта противопоказаний нет. Даже дети с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата плавают в нагрудниках, в кругах и всем остальном. Поэтому, если боли появились, то никакой вид спорта сам по себе не приводит к искривлению ног. Ну, если кавалерийская езда с очень раннего возраста, разве что. Ну, пожалуйста. Плавание панацея от всех болезней позвоночника, я так понимаю. Да, и не только позвоночника. Ну, то есть это прекрасный вид спорта, это очень физиологичный вид спорта. Я очень жалею, что у нас поуничтожали такие вот любительские бассейны. Попробуйте пойти на плавание. Это элемент кусается. Как часто нужно плавать? Раз в неделю, два? В идеале два раза в неделю. Но хотя бы раз в неделю 45-60 минут поплавать, поверьте мне, вы себя будете значительно лучше чувствовать. Можно в Киеве найти бассейны, где можно раз в неделю походить. Есть звонок, у нас добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. У меня вопрос Тамара Анатольевна. Да, спрашивайте. Тамара Анатольевна, скажите, пожалуйста, с какого возраста девочкам можно носить каблуки? И такой второй есть вопрос. Вот когда мы говорим в дальнейшем, там уже 20, 25, 30 лет и так далее. Вот если мы говорим о каблуках, то это все-таки можно или именно нужно периодически их носить? Я поняла. Значит, каблуки девочкам-подросткам можно носить тогда, когда уже сформировался скелет стопы, то есть это где-то 12-14 лет. Но тут надо иметь в виду очень важный момент, каблук каблуку рознь. Шпилька в любом возрасте, в 15, в 25, в 50 лет является обувью для выхода. Ходить на шпильке постоянно, это вредно не только для стопы, это вредно и для всего скелета, потому что меняется биомеханика ходьбы. Конечно, я согласна, женщина на шпильке выглядит очень привлекательно. И поэтому, если вы идете куда-то в гости, на свидание, девочка молодая идет там, в театр или на каблук, пожалуйста, можно одевать. Опять-таки, нужно смотреть по состоянию стопы. В принципе, те балеточки, которые сейчас очень популярны вообще без каблука, они тоже не являются здоровой обувью. В идеале считается каблук оптимальным. Это 4 сантиметра. И вот эти 4 сантиметра, так называемый по старинке пионерский каблучок, его можно начинать одевать девочке после 14-15 лет, когда у нее сформировался уже в основном весь скелет, завершен основной рост, в этом возрасте можно. Шпилька ребенку до 18 лет, безусловно, не показана, потому что скелет еще сформировался не до конца. Тут надо дифференцировать. Каждый день ходить на шпильке нельзя. Каждый день ходить совсем без каблука тоже вредно для позвоночника и для стопы. А вот выбрать золотую середину, невысокий каблучок 3-4 сантиметра, это идеальный каблук для любого возраста. Знаете, если зайти вот в обычный магазин, в любой магазин, скажем так, то там будет либо балетки, либо шпилька. Это какой-то прям всемирный заговор против женщин. Согласна с вами, абсолютно согласна. Но у нас есть еще такой очень хороший выход. Сейчас много ортопедических салонов, в которых есть стельки-супинаторы профилактические, не лечебные. Для этого не нужно идти к доктору, чтобы он вам выписал какие-то конкретные стельки. Просто профилактические стельки-супинаторы и хотя бы эти стельки вкладывать вот в те балеточки, которые есть. Но, тем не менее, при прочих равных нужно стараться... Пусть это каблучок будет, я не говорю 4 сантиметра, пусть он будет шириной в палец, но он должен быть хоть небольшой. Сейчас такая обувь есть. В принципе, да, я с вами согласна, купить грамотную, хорошую, здоровую обувь достаточно сложно.
Вот. Тут есть еще моменты такие, что она должна быть не с очень жестким, не с очень жесткой подошвой и не тряпичная. То есть там очень много моментов. Но в идеале все-таки небольшой каблучок надо стараться, чтобы он имел место. Если нет, то хотя бы вложить в эти балеточки профилактические стельки-супинаторы, которые поддержат свод стопы в правильном положении. Тогда получается, нужно сначала покупать стельку, а потом с ней идти за обувью, иначе потом может подъехать оказаться мало. Да, так было раньше, но сейчас... Я не хочу называть конкретно, в каких салонах, чтобы это не прозвучало рекламой, но очень много ортопедических салонов и даже в хороших больших обувных магазинах. Вы можете обратить внимание, есть стельки, так называемые три четверти, которые заканчиваются на уровне переднего отдела стопы. Они не требуют увеличения размера обуви. И вы можете купить такие стельки и вложить их даже в ту обувь, которая у вас есть. В общем-то, так делают сейчас очень многие люди, я так делаю. Это значительно облегчает функцию стопы и значительно облегчает нагрузку на свод стопы. Вот эти стелечки профилактические, три четверти, они не полные. Их можно ложить даже в обувь с открытым носком. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Я знаю несколько женщин, которые настолько привыкли ходить на каблуках, что без каблуков вообще не может. Да, меняется биомеханика стопы. Но потом приходит время, когда уже в силу возраста им все равно приходится ставить на меньше каблуков. И это... Это болят колени, это болит спина, это болит поясница, в общем. Здесь у нас следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я звоню из Киева. Хотел бы Тамаре Анатольевне задать вопрос. У меня сидячая работа, времени на спорт, к сожалению, практически нет. На работе там 8-10 часов приходится проводить. В последнее время я обратил внимание, что часто затекает шея, и когда разминаю ее, то чувствую, ну, хруст, какую-то легкую боль. Тут хотел спросить, могут тут помочь какие-то упражнения, или дело может быть в нервах, мышцах, позвонках, и нужно обращаться к врачу обязательно? Ну, мне понятен ваш вопрос. Сидячая работа – это бич современной 21 века. Но даже при том, что у вас сидячая работа 8-9 часов, если вы будете каждый час вставать из-за своего рабочего места, разминать просто суставы, наклонились вперед, назад, гимнастика, которая займет у вас минуту от силы полторы, просто вышли в коридор, прошлись до двери, вернулись обратно. Это уже облегчит вашу ситуацию, потому что любая сидячая работа, началась она у вас с шейного отдела позвоночника, в основном, видимо, вы сидите или над компьютером, или над какими-то бумагами, соответственно, голова наклонена над рабочим столом, или она устремлена на экран компьютера. Поэтому вот та гимнастика, о которой я говорила в начале, это гимнастика на наклоны и повороты головы. Наклонили голову вперед 4 раза, голову назад 4 раза, голову вправо, голову влево. Потом повернули головой против часовой оси, по часовой оси. И последнее упражнение, это вот очень полезное, очень хорошее, когда вы пытаетесь затылком как бы продавить дырку в стене или в мячике, который находится между вашим затылком и стеной. Можно взять просто резинку, которая растягивается, и отклонять голову назад. Очень хорошо делать самомассаж мышц шейного отдела позвоночника. То есть вот просто остановились от своей работы на 5 минут, помассировали затылок, помассировали шейный отдел позвоночника двумя руками. Есть прекрасный метод, который, в общем-то, можно употреблять. Это так называемые импликаторы Ляпко. Такие продаются небольшие пластиночки резиновые, в которые воткнуты иголочки, напоминающие щетки для волос у женщин. Такие вот щетки с железными такими шипочками. Вот класть на ночь такую 10-15 минут под шейный отдел, вот такой импликатор Ляпко. Они есть в ортопедических салонах и продаются разных размеров, в зависимости от степени поражения, только шея, он там с ладонь длиной. И последнее, опять-таки, я вам буду рекомендовать по возможности, но плавание, если не получается, то хотя бы раз в неделю какие-то физические нагрузки обязательные. И это первые проявления шейного остеохондроза. Если эти явления будут продолжаться, вам, безусловно, нужно будет обратиться к врачу и начать проводить профессиональный массаж, может быть, даже и какую-то специальную гимнастику, может быть, даже и какие-то препараты. Но начинать нужно в первую очередь с себя. Вот с такого легкого массажа, гимнастики, перерывов в сидячей работе. И еще один момент. Обязательно не забывайте о том, на чем вы спите. Потому что вы сидите 9 часов за столом, и где-то часов 8 вы спите. Поэтому подушка не должна быть высокой. Желательно, чтобы это была ортопедическая подушка с таким валиком под шейный отдел. Это очень облегчит ваше состояние. Понял. Спасибо вам большое. Пожалуйста. До свидания. Здоровья вам тоже.
Спасибо. Знаешь, что еще такая распространенная проблема есть у офисных сотрудников, у которых рука все время на мышке находится. Да, от этого да. тоже какая-то идет нагрузка. Да, это может быть и локоть болеть, может и плечевой сустав болеть. То есть опять-таки тут нужно гимнастику вот эту. Идеальная гимнастика это вот это. Покрутили лучше запястьями, покрутили локтями, покрутили здесь, даже пожимали что-то, просто отозвали, отпустили мышку и помассировали себе руку. Сами просто помассировали. Самое главное не забывать, что больше часа беспрерывно этого делать. 1.5-2 минуты перерыва можно сделать при любой работе, даже в космосе. Да, согласна. Есть звонок следующий. Добрый день. Здравствуйте. Светлана, город Киев. У меня вот такой вопрос к Тамаре Анатольевне. Подскажите, пожалуйста, как вот правильно выбрать обувь для ребенка на зиму? Спасибо. Значит, обувь для ребенка нужно выбирать и на зиму, и на лето с одним условием. Обувь должна быть в первую очередь не больше, чем на размер больше необходимо. Если у ребенка, допустим, 15 размер обуви, вы должны покупать 16 и не больше, чтобы нога в этой обуви у ребенка не болталась. Второй момент. Это обязательно должна быть обувь кожаная, не резиновая, не тряпичная. Обувь с такой достаточно жесткой подошвой. И проще всего мне вам объяснить это, если вы пойдете в любой магазин, в Детский мир, в Антошку, да, на рынок, до рынок, где угодно, вы увидите на некоторой обуви на подошве написано слово «ортопедия». Это не ортопедическая обувь в плане лечения, это обувь, которая сделана с учетом всех необходимых рекомендаций ортопедов для правильного развития детской стопы. Поэтому обувь на зиму покупается кожаная, на размер больше, чем необходимо. Я понимаю, что тут экономия несколько страдает, но на 2 года вперед ребенку купить обувь нельзя, ни в коем случае. И смотреть, чтобы там был, может быть желательно, если каблучок скошенный, каблучок Томаса, он такой, продавцы в магазинах обычно знают, каблук Томаса, это каблук, который имеет немножко неровную форму, он скошен немножко в среднем отделе стопы. И если на подошве написано слово «ортопедия», то, пожалуйста, валенки не являются физиологичной обувью. Я понимаю, что наши предки ходили в валенках, но зато летом они бегали босиком по траве, песку и гальке, и тем самым компенсировали тренировку мышц стопы. А мы же летом босиком не ходим по траве, песку, гальке целый день, поэтому обувь должна быть фиксированная, кожаная и размер больше необходимый. Спасибо большое. Пожалуйста. Есть такой еще важный вопрос. Многие сейчас для малышей используют рюкзаки для ношения малышей и слинги новомодные. Значит, первое – да, второе – нет. В слинге, если вы сами себе представляете ребенка, лежащим в слинге, это что, физиологично? Это пузо эмбриона. А ребенок, мы же рекомендуем ребенку спать на ровной жесткой постели. Ну, относительно жесткой матрасе, не мягкая перина. А тут мы его кладем вот в такое положение. А рюкзачок кенгуру – это идеальный вещь для ношения ребенка после 3 месяцев. Там фиксирована спинка, и что самое главное, что безумно любят детские ортопеды, у ребенка разведены ножки. Это профилактика дисплазии дисплазии сустава. Так что кенгуру – да, слинги. Если сейчас стали появляться слинги с жесткой фиксированной спинкой, с разведенными ножками, эти – да. А тот, который вот ребенок лежит как бы как просто к тряпке привязанной, нет, нет. Это развязывает маме руки, это удобно, это легко, это дешево, это экономично, но это не то для ребенка. И звонок следующий. Добрый день. Добрый день. Скажи, пожалуйста, мне свой вопрос. Вот, могут ли быть проблемы со спиной, если спать в какой-то неправильной позе? Вот я люблю, согнуться, там, скрутиться. Важно ли это, как лежать? Нет, как лежать, не важно. Важно, на чем лежать. Если у вас хороший, правильный ортопедический матрас, я опять-таки не рекламирую фирмы конкретные, там говорят, там Винета, там Дормео, нет. Просто ортопедический матрас, не мягкая перина и не какой-то диван с подушками, то как вы спите, это уже ваше индивидуальное положение. Если вы привыкли спать согнувшись, то ничего плохого в этом нет. Все равно во сне вы периодически меняете позу. Вы же не засыпаете на одном боку и на том же боку просыпаетесь через 6 часов. Поэтому вот, очень короткое такое резюме. Не как спать, а на чем спать. Важно, чтобы это было какое-то твердое, да? Да, это
это должна быть ровная, умеренно жесткая поверхность. Вы можете пойти в магазин, в любой, где есть ортопедические матрацы, и рукой потрогать, посмотреть. Ортопедические матрацы обычно мы рекомендуем людям среднего веса и без какой-то патологии. Есть там разная жесткость. Ортопедический матрац средней жесткости. Какой он уже там будет, с пружиной, с кокосами, с резинами, это вопросы рекламы, и нас это сейчас не волнует. Главное, чтобы это был матрас ортопедический, ровный и умеренно жесткий. А если это просто твердый диван? Ну, диваны сейчас тоже делают разные. Диваны бывают тоже, вот когда продается диван, написано, что там ортопедический каркас. Если это ортопедический, диван должен быть ровным и опять-таки умеренно жестким. Попробуйте рукой свой диван в разных местах. Там, где голова, там, где туловище, там, где ноги. И подойдите в любой магазин и попробуйте руками ортопедический матрас. Любой. И вы поймете, соответствует ваш диван по жесткости тому матрасу, который есть, или не соответствует. Но диваны сейчас тоже продаются с ортопедическими каркасами. Они чуть дороже, но здоровье стоит этих вложений, которые вот... А еще такое вот для спины важно, вот, с подушкой или без подушки? Ну, в принципе, спать без подушки – это нормально, это можно и это хорошо. Есть люди, которые просто не могут спать без подушки, тогда подушка не должна быть высокой и не должна быть очень мягкой. В идеале это невысокая и умеренно жесткая подушка, вот такая, как сейчас продаются ортопедические подушки, или просто валик под шейный отдел позвоночника, чтобы шея была на валике, а затылок может касаться поверхности кровати. То есть она не должна быть очень мягкой и высокой. Пожалуйста. Бывает у многих людей вот неудобно, скажем так, спал, затекает шея утром, невозможно ее повернуть. Что делать в таких случаях? Чем-то растереть, размять? Что делать? Во-первых, легонько размассировать шею и аккуратно поделать вот эту гимнастику, что я говорила, чуть-чуть наклонить вперед, чуть-чуть. В пределах возможного, не насиловать себя, то есть не махать голову как осел, а там чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, чуть-чуть вправо, размассировать шею и опять-таки не только шейный отдел, обязательно размассировать то, что мы называем воротниковой зоной, зона воротника. Но если затекает, то это я вам сразу скажу, или уже есть шейный остеохондроз, к которому надо обращаться к врачу, или человек спит не на правильной кровати, не на правильной постели и правильной подушке. Девчонка, добрый день. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юлия, проживаю в городе Киеве. У меня пару вопросов к Марии Анатольевне. Можно? Да, спрашивайте. Подскажите, пожалуйста, мне первый вопрос. У знакомых, близких вот, людей, у девочки кривые ножки, вот образной формы, возраст ребенка 4 годика. Подскажите, пожалуйста, можно как-то вот, изменить ситуацию, выровнять там танцами, спортом, типа упражнениями? Ну, ортопедического уровня, это понятно. Вы знаете, если у ребенка в 4 года есть кривизна ног, то тут уже надо бегом, в припрыжку бежать к врачу-ортопеду детскому. Потому что существует очень много заболеваний, так называемых рахитоподобных заболеваний, или последствий перенесенного рахита, и болезнь Блаунта, и витамин D-зависимый, и витамин D-резистентный рахит. Я не буду нагружать вас сейчас названиями, но в 4 года, если у девочки сохранилась кривизна ног, то это уже знак тревоги. Нужно идти к врачу, нужно делать снимки, нужно смотреть уровень показателей костного обмена, то есть выяснять причину. В норме ребенок в 4 года, в год у ребенка может быть кривизна ног, очень часто есть такие признаки недостаточности витамина D, проявление банального дефицитного рахита, которые через какое-то время уходят. А если в 4 года у ребенка есть деформации, тут уже никаким спортом и никакой просто обувью и просто массажем мы не справимся. Нужно выяснять причину, почему они такие, и уже действовать на эту причину. Хорошо, спасибо за совет, Светлана, передам. И второй такой небольшой вопросик. Вот нашему ребенку 6 лет девочка просится вот на конные прогулки, да, вот у нас есть такие вот возможности, что в парке именно занятия. Ну, пожалуйста. Ерунда, о чем вы говорите? Я только вот говорила в предыдущие, отвечала вопросы. Конный спорт – это очень физиологичный спорт. Другой вопрос, что не нужно перегибать палку. Кривые ножки будут только в том случае, если девочка будет проводить на лошади более 5-6 часов в день. Я не думаю, что она у вас будет сидеть на лошади столько времени. Пожалуйста, очень-очень и очень рекомендую. Это ровная спина, это хорошая осанка, это хорошие мышцы. Пусть ездит на дороге. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Угу.
Есть ли какие-то продукты, которые необходимо употреблять для того, чтобы кости и позвоночник были здоровы? Конечно. Что в первую очередь это молочные продукты, любые. Кальция на 100 грамм продукта.